Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил Марата Маркова министром информации, Наталью Павлюченко министром труда и социальной защиты, Сергея Малунова чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Кыргызской Республике, Александра Кохана помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Минской области, Игоря Бузовского ректором Академии управления при президенте Республики Беларусь.